Доброго времени суток, с вами Маргарита Незвекова, Александр Кондрашов. Вот смотри, видишь, тут эти самые значки, которые вот эти мы получаем. 25 значков мы получаем за эти мини-шилды. Ну, у нас за мини-щиты. Mm-hmm. Вот вообще 125 это как бы остальные. Которые отдельными, да? Да. Обалдеть, еще взяли меня, прервали на моем же, собственно, канале. Надеюсь, можешь еще раз сказать это все. Всем доброго времени суток, с вами и вырежу на начало, да, доброго времени суток. Маргарита Незбекова, Александр Кондрашов, Гарри Поттер и Гарри Поттер, принцип полукровка. И мини-щиты. Мини-щиты. Мини-щит. 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 Это такая маленькая кучечка. Тут, я надеюсь, не надо ничем никуда бросаться. Он к ним вылетает, возможно. Мне кажется, через верх, Гарри, ну ты не можешь, ну такая берись, здоровая. А! Охуенно ты собрал. Репара, говорит, и все. Ты, может быть... Нет, как бы говорит Гарри. Не развалишься больше. А, всего-то 100 щитов осталось, господи. Ну, собственно, уже конец игры, типа. Что-то как-то четвертая серия, уже конец игры, как-то очень странно. Может, мы до конца пройдем. Сделали что-то не то, да? Да. По идее, они все-таки короткие, реально. Кто короткий? Игры. Это мы... Ты хочешь, собираешь там все это. То есть если пробежать просто. Он скажет, часть чуть не короче становились, так что. Happy headlines will be if you beat Voldemort, hey? Нихуя себе подъел будет его. Идем. Большой секрет, на 77 этаж. На тебе, кстати, тоже привет. Да, ну да, я, да. Ну, ты понимаю. Помни, иди, вот к нам пошут. Он там улетел мимо большой. Да нафиг. Еще бегать прям совсем собирать. Сколько я соберу за это время? А. Столько и соберу, все остальное в задницу. Что это было такое? А, это самое, это. Девочка, которая предупреждает Малфоя. А! Бросает часы, роняет. Который Гойл или... Да, там крепит. Роняет на пол что-то тут. Скейлс. А еще раз и... Наш какое внимание к деталям. Что, из него ничего так, как помню, девочка даже получила, да? Так. Кто о чем, а Саша? Все, своем, естественно. Вот жалко, вот вечер, нет никого, и даже ни в кого не покидаешь. Даже луну не покидаешь. Ну, можно в крыло пойти. О, можно самого себя кинуть, отлично. Можно в крыло, пойдем кинем. Ну, тут где-то как раз. Ну, я просто проверяю эти... Между... Нами? Ну, короче, там... Нет. Hey, Ron, have you seen Malfoy? Рон, ты вообще что тут делаешь? Just now. Это подозрительно, кстати говоря. Ну-ка, ну-ка. Instructions for a potion. It's probably homework. And since when has Malfoy put effort into homework? You don't even know it's his. I'm going to ask Hermione what this potion is. Let that be the clue to what Malfoy is up to. You're in luck. She's swatting in potions now. Careful. She's still in the right mood. So you won't come with me then? I think I'd rather face that troll we saw in our first year. See you later. Find Hermione in the Potions Classroom. Теперь надо опять в Potions идти. А главное, с каждой серии, по большому счету, все деградирует и деградирует, всякие мелочи. Предыдущие там было надо и гобелены это, отодвигать. Ну, вот, видишь? Теперь, наконец-то, показали, да? Я здесь это делаю или где? Он здесь. Ну, ладно. Можно проверить, да? А нет, не здесь.
Блин, а где тогда? Потому что похожий коридор очень. Ну, видимо, он такой же, что этот инженерик, как же сделан. Вот, этот... О чем я говорил-то? Что загадки деграднули, то есть, на самом деле, раньше, даже в предыдущей части еще было, типа, какую-то... То это сделать, то отодвинуть, то починить, то поджечь, то что-то еще. А здесь просто в основном... Кидаешь чемодан и все. Да. Ну и нажимаешь кнопочку, он сам собирает всякое говно из этих вот, из... А ну и пара еще. Может, да. Они решили, что это было слишком сложно. Ну, проще не стало, на самом деле, учитывая управление. То есть в прошлой части, Гарри, ты чинил, вся школа была раздолбана. А теперь? Так, здесь все уже собрано. Их ушел. Ладно, пойдем. Куда-нибудь сюда. Здесь мы все уже сделали. Да. Очень с классом, да? Да. Не хочу идти вниз. Я хочу хотя бы сюда хоть раз зайти. А, вот мы здесь это делали. Здесь, да. Все, понятно. Где-то вот тут это место. Вот туда, налево. А почему тогда этот их стоял там, если как бы комната тайн здесь? Вручай комнату. Ну да. Ну ладно. Потому что всем было плохо. Замнём. До ясности. Кстати, я заметил в предыдущей части, что мне тоже, я прям как один из плюсов даже везде отметил. Мы ходили, и постоянно куча учеников была по всей школе. Ну, сейчас ночь, типа. Нет, к чему? И они все время что-то обсуждали, да? Здесь вот сколько мы ходим, здесь почти нигде нет учеников. Вот по четвертую серию. Один раз где-то кто-то там что-то ходил, и что-то такое, я еще сказал, типа, они фактически сюжетно важную информацию запихнули, случайно делал. Это один раз, и все, вот сейчас игру было. А там такое было постоянно. Вот это, честно говоря, тоже. Ну, что я, блядь? То есть, предмет прямо, мышка прямо нажимаешь, он стреляет куда-то верхом, почему? Бас сверху по голове еще один кушун прилетает. А, вот он, мне нравится. А если спуститься вниз, то там будет вообще, нет? Самый-самый низ? Да. Вообще пошла бы длинным путем в этот класс заливарения. Ну, конечно. Wingardium Leviosa. Ничего себе. Мы так смеяли взглядом этим презрительным. Ощущение, что он в класс зелья идет посреди глухой ночи просто. Прям все спят, а он решил, пойду-ка я зельями позанимаюсь. А не помню, зачем в класс зелья идем? Гермиона найти? Там что-то Гермиона, не знаю, что-то не помню. Что-то там случилось. Просто, ребят, почему вы просто спите ночью, я не знаю, там, а? Можете все вместе, но спите, ночь! Здесь никого нет. А, ну здесь какой-то клуб слизеринцы, по-моему. Да, судя по змеям, да. Не по змеям, по зеленым таким этим. Да. Тут надо что-то было, я вижу скамейку. Не важно, даже надо или нет. Я вижу скамейку. Ты знаешь, Гарри такой, погоди, в смысле скамейка, ее не надо ни в кого кидать, в смысле, зачем тогда нужна скамейка? Гарри, сидеть на ней? Что за бред, господи, кто это придумал?
Кто вообще сидит на скамейке? Да, кто вообще сидит на скамейке? Господи, Гермиона, ты как бы это... Привет. Baby, you're a firework. Хорошо. И зачем мы это сделали? Там был этот самый щит, который раздолбался. А, то есть бомба-вонючка теперь не просто так бомба-вонючка, она еще пердит, да? Вау. Не хватало нам этих деталей. Взрывающиеся коробки вокруг Хогвартса мы открыли. Насколько я понял, Explosion Boxes. Ну, что-то не так прочитал, да? Псица. Псица летает. Псица. Удани в псицу. Псица, блядь. Псица. Она улетела. Нихуя. А, нихуя. Она тоже. Ну, как обычно, все видят, что Гарри Поттер все тут тусит. Все, надо. Даже скамейки не летит. О! Как неожиданно и приятно! Мы, конечно, соберем этот щит или нет? Он постоянно уже, он уже до конца горит, уже, не знаю, минут пять. В общем, все не засчитывается. Ух ты. Не хочет там с нами общаться. Ужали скамейка, ну, не знаю. Мне в летящий предмет там попасть здесь, по-моему, вообще невозможно. Нет, будет. Там не может. Тут нигде нет того, что надо скамейка бить. Вон. Надо сжечь сначала это, а потом... Наверное, зря я зажигаю настолько заранее. А тут вот где-то оно есть или это надо скамейку тащить? Может, там за углом чуть дальше. Ну, типа там. А, вот оно. Ничего себе. Тут реально должно по башке ему прилетать. Просто ради симметрии. Справедливости. Да, справедливости и симметрии в этом мире. Топится за резку, смотри. Надо же, неужели? Мы очень давно не поднимались туда, то есть с прошлой игры, я бы сказала. А что там? Коридор какой-то где... А, ну понятно, почему мы сюда не можем. А тут, между прочим... Так, а где у нас тут щит? Над дверью. Я тебе еще понял, до этого говорил, ты говоришь потом, в следующий раз, не все же радости сразу. Да. Блин, как... Наверное, снизу все-таки надо. Наверное, но я надеюсь. Отсюда потому, что... Тут звук пошел хорошо. Где ты? Два предмета мне скинули, хоть что-нибудь то сделать. Ага. Трагическое, да? Ну, мы и бьем. Имущество Хогвартса. Торцем повернись, пожалуйста. Нет. Ты все равно не выбьешь так. Ничего не выбьешь. Ну ладно, чаша вон. Рубом. Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Левиоса! Да, Гарри, именно этого мы и хотели. Нет, с одной стороны, круто, физика прям работает, работает. Ну как работает? Нет. No.
Я думаю, нет. Я думаю, нет. I think not. Yeah! И тоже на улице вылетел. Все нахер, все выкинул на улице. Если приходит с утра, ни скамеек в большом зале, ничего. Ну, лифт, интровый, Хогвартс, крылья. Мы поняли. Прикинь, вовремя подсказка прям очень. Вот, значит, приходят такие в большой зал там. А просто... мы собрались здесь сегодня с вами, чтобы обсудить один вопрос. Да. Я хотел бы знать, почему по всему Хогвартсу валяются рандомные предметы. Не там, где они должны были бы быть. Гермиона! Знаешь, они еще такие садятся просто, ну, заходят в большой зал, а там пустой такой большой зал, и что-то, что у него, хоть на улице там вся эта груда скамеек, она на улице свалилась. Гарри пытался над дверью выбить это. Они говорят, просто по логике, они еще должны биться и ловить. Я пропустил, зачем мы это делаем, ну ладно. Я на монтаже узнаю, зачем ты этим занимаешься. Там вроде как бы, чтобы проверить, такое это оборотное зелье или нет. Это что? Не знаю, что... Я даже пропустила. А, там бумажку какую-то уже он нашел с этим. Вот мы этот эликсир теперь готовим, чтобы понять, что это, да? Ну, типа, приготовили это самое и сравним. Блин, 5 штук. Еще. Мне так хуже всего всегда давалось. Да нет, я вообще абсолютно нихуя не удивлен, потому что как это здесь сделано. Это ж... Правильно, неужели под объектом? А, там есть тень под объектом. Слушай. Есть, но она как она бы... Она как крошечная. Если объект маленький, то и тень маленькая. Stewed lacewing. Блин, такой борщ. Я прошу подъедет, но я же собрался ехать в этот. Магазин. Да? Магазин. В этот, как его, блядь. Ну, конечно, для работы одежку. Я, наверное, исходил из того, что у меня есть еще деньги. Не, ну все, мы не успеем. Он не хочет их брать, еще замечательно. Не, он не хочет их брать, потому что у нас... Время кончилось. Да. Давай, Гермиона, давай, я постараюсь. Хамайни, давай, Хамайни. Хамай, Хамайни. Лягушку-то зачем ты взял? Господи. Где ты вообще нашел здесь нет лягушек? Опс. А, я не то сделала. Ну, уже рассеян дым. Рассеян дым. Туда-сюда. Борщ с пиявками. Ё-моё. Хватайся ты посередине, какие-то предметы другие. Это же Гермиона вроде как готовит. Нет, это Гарри готовит. Да, это же говорил, давай Гермиона. Да ёп! А и кажется, получается перебор. Вот как... Как в нужный момент, не понятно, что сделать. Чё? Мне это понятно. Чё это за кубики ковида? Шарики, может шарики, быть? Ну, шарики, ладно. Back again, are we, Harry? And a splendid polyjuice potion you're making.
But I do hope you're not intending to take it. You're sure it's polyjuice, sir? Of course, that grey and sludgy finish. То есть, как бы мы опустим тот момент, что оно готовится где-то месяц, если не больше. Если там сколько-то оно там не менее, ну потому что там как-то очень долго оно готовится, да. Ну где-то месяц, они как минимум. Ну минимум месяц, там может там просто где-то три фазы луны, может я не помню точно, сколько там было. Мне больше интересно, то есть я так понял, что они изначально прокрались просто в этот кабинет. Нет, месяц, и думаю, оказывается, что раз, а тут флаг раз все это время был. Ребята, посреди ночи, в классе зелье варенье, варят оборотное зелье. Да нет, все нормально, ну что. Все нормально, это же Гарри, ему можно. Гарри, все потянять, махненький Гарри, это же Гарри и Гермиона, они же не могут сделать ничего плохого. Да? Don't say anything about Malfoy. He's up to something. He's up to something! Crabbe and Goyle. Yes, I admit that is out of character. But you don't have evidence that he's doing anything. If he's not, then why is he sneaking around the seventh floor? Что с ним происходит? Он не говорит, что он знает, что That's it! He's using Guys, the room. Guys, когда ты влюбился, вы не обращай внимания, ну бывает. Well, if he is using the room, he won't be able to see what he's doing in there. That's why we used it for DA meetings. Я же понимаю, что Джинни вроде как в своем прикрытии, но... He's waiting for you in his office. Ох уж это его внимание к Малфою. Ну, я просто помню вот это... есть целая огромная статья там про все эти сексуальные подтексты психоаналитические. Mm-hmm. Я далеко не совсем согласна, но... Просто когда ты начинаешь думать об этом, думаешь... Ну... Да. Я раз там это рассмотрела, что вот у него фиксация на Драко Малфоя. Типа поздновато немножко. Начинается сексуальное развитие у Гарри, но... Ну, вследствие понятных причин. Задержка. Развитие. Психического. Да, задержка. Все бывает. Гарри Поттер и задержка в развитии. Гарри Поттер и задержка психического развития. Видишь, куча тоже студентов. Первый раз вижу кучу студентов. Они молчат все, видишь. А там они постоянно что-то обсуждали, это было прикольно. Они просто замученные, понимаешь, уже сейчас. С скамейками и прочим. Ё-моё! А что, откроется, мы уже игру скоро пройдем. Бегу я, Катя. Что ты делаешь? Что ты представляешь парня? Два парня, боже мой! Гарри, держи себя в руках! Ну не прелюдия же, Гарри! Я пойду против системы, я не буду выходить в открытую дверь. Я буду толкать эту дверь в обратную сторону, чтобы она открылась туда. Ты здесь просто стоишь? Ну да. Вообще, нам нужно выполнять задание. Вот если этот верб стоит, у него здесь это самое. Щит, он активируется, когда мы выполним задание какое-то, которое нам дала чувак здесь, поблизости. Может быть, это просто как мы выполним остальное? Вы Chosen One? Котел? Зачем нам котел? Не знаю. Что это за... взрывной котел. Можем кинуть котел, который взрывает... Ой. Пацаны, на вашем месте я бы текал отсюда. Текайте с Хогвартсом, вам пизда. Ну, кидай в толпу взрывной котел. Вот тут как вот? В этой игре даже повеселиться нормально не дают. Взорвать кучу однокурсников котлом. Бля, пойдем, уже он заебал, серьезно. Знаете, истинно британские спокойствие на это отреагировали. Are you here to see Professor Dumbledore? I am too. Блин, я так сейчас сообразил, проходит Дамблдору на улице во дворе. Почему там Dumbledore? Не знаю, почему меня так распёрло с этого. Him. Him. Wait here. I'll get your gobstone back. Губстон. Гарри. Фас. Гарри, фас. Мне надо попросить. Я же знала, что этот чувак здесь не просто стоит. Мне говорит, попросите следить. Он говорит, нет, нет, попросите. Не накостыряй. What are you going to do? Jinx me?
Не знаю, вон скамейка за тебя стоит, мужик, я бы, ну серьезно. Там, наверное, все закончилось, профессор Снэйп, он лав, не знаешь, как бы, типа, конец. Блин, нравится вся реакция, типа, какая, stupid fly. Ну, британское спокойствие, ты сам сказал. Знаешь, как, really, man, really, stupid fly. Нет, я говорю, таких моментов, как и стоит все это увидеть, но... Каким взрывающим скотом эти пацаны, пойдем отсюда. Давайте будем выше этого времени, серьезно, знаете, отвечать как-то, наверное. Ну, всем, блядь, ну, Гарри просто, у него проблемы с головой. Гриш у нас, ну, не такие дела. То есть, в нужный момент, если кастануть, это... О, ничего себе. Нас что-то не учили. And next time, think twice before you bully someone. Holy box all over you. Так, мне еще не дадут, да, этот? Nosy Hitler, я читаю Nosy Hitler. Sorry, Nosy Hitler. Верните этого. Найдет его Гитлера назад этой тетки. Забирай его, уходи. И не отпускай его больше, а то в 45-м, в 41-м выпустили, он еще был. Его раньше выпустили. Ну, это я шучу. Good evening, Harry. Professor, about Malfoy. Good evening, Harry. I told you, Harry, I trust Severus. My answer is changed. No. How could they change? They will not change. I have not been able to find many memories of Tom Riddle at Hogwarts. I did, however, find this one. Good gracious, look at the time. Off you go, boys. The strange Avery, don't forget your essays. Look sharp there, Tom. No, Tom, I don't know anything about Horcruxes, but I wouldn't tell you. Oh my, там тоже это самое. Now типа. Get out of here. Неужели число 7 не лучше? Я на фильме, нет, это мне нравится, типа, это, да, типа, если человек разрывает свою душу на двое части, это ужасно, и ужасно все число, а, например, число 7. Знаете, я собрался разделить свою душу на 7 частей. Но вы же никому не скажете об этом. Да, знаете, именно 7, точно 7, не 8, не 6, именно 7 он будет. Знаешь, а потом сказал, и такой этот Слакхарм бежит, такой, он там 7 частей и прочее, знаешь, и этот момент Волдеморт, который раздавил свою душу на 20 частей. Hello, Harry. Professor McGonagall. Да, наверное, достаточно было на один больше сделать, и все, никто бы никогда его не победил. Боже, только 28 минут. Это как в этом самом Мэромео, как его, господи, метод рационального мышления. Там он тоже говорит, типа, про 7, а разделил, типа, на 100 с чем-то там. В итоге. Знаешь, как, Гарри, сначала, знаешь, Гарри такой, сначала я хотел искать хоркруксы и разрушать их. А потом я взял просто автомат калашников и застрелил этого ублюдка. Когда он возродился, я застрелил его снова. И так, пока он не использовал все свои хоркруксы. Боже, это оказалось гораздо проще. Пожиратели смерти, они, ну, там, просят теоретически, они пули могли тоже, наверное, там, отбивать палочками, защитное поле сделать. Б. Ой, господи, как же это увлекательно! Гарри, I do massage. Мы же посмотрим это, да? Как раз он сказал, весело, чем массаж. Жизнь полна разочарований. Так, мы сейчас опять будем прыгать. О, паутинка, там была паутинка слева, ищи за ней. Теперь справа. Гарри идет на любые жертвы, готов пойти на любые жертвы, когда видит щит. Я говорю, щит, всех убудет, всех растолкал. Один чувак упал с лестницы и разбился насмерть, знаешь, вот это. На самом деле, потому что точно так же можешь растянуться. Мне нравится, что в этой части появилась такая механика, потому что это, ну... В смысле растянуться? А, упасть? Да, да. Ты тоже можешь просто вот так. She was rather insistent. Гарри хороший. Гарри, пусть отпустит, стоит дверь, так, боже, блин. Так. Какая охуенная дверь. Гарри, ну, команд какой-то, по-моему. Вот здесь тоже сложнее. Надо повернуть. Я вот про это и говорю.
есть проблемки. Отстань. Я как пыль из ковров выбиваю, Гермиона. Кто-то же должен это делать! Да, это грязная работа, но ты должен... Так. Скамеечка. Тан-т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 ан. Припустила, бегу. Девчонка, я вообще... Она тоже убежала. Они все потом убегают. Они все девчонки от меня убегают. Я даже не знаю, что я делаю не так, Гарри. Возможно, не стоит начинать отношения с того, что ты бросаешь их скамейкой. Правда? Я не знаю. Казалось, это так естественно. Ведь что естественно, то не безобразно, правда? У меня... Значит, ну не кидание же брать людей скамейками. У меня специфические вкусы, ты не поймёшь. Ты не поймёшь. Сука, я в седьмой части даже скучать по этим скамейкам буду. Закройте глаза, просто слушайте эти звуки. Да-да-да. Опасно в Хогвартсе нынче учиться. Это на кого бог пошлёт. Фу-фу-фу-фу-фу. Я слишком далеко. Далеко. Чувак, ты очень не вовремя зашел в дверь. Опа, похоже, она решила отомстить. Куда надо, туда иду. Я птица вольная, я куда хочу, туда лечу. Да ё-моё, туда же в туалет не зайдёшь. Капец, как они здесь учатся, даже в туалет не зайдёшь, всё заперто. Гарри, ходи под себя, всё. Надо же его закидывать. Ты решил забить, да? Там щит был, да? Да, где здесь есть щит? Но ведь можно ассасинник как пушной части лазать по этим по всем? Бум? Нет. Пошане, кинуть ваш камень. Я говорю, пошане. Синя, подожди. Может, уже дойдем до конца, чего-то там. Раз уж идем, да. Посмотрим вообще, а то мы так никогда никуда не придем. Там какие скамейки. Я вижу даже, куда я можно запомнить. Да. Я даже вижу. Это не скамейки, это... Ну, тумбочки. Они потяжелее будут. Значит, больше веселья. Я надеюсь, больше, что он больше упадет на этого чувака. Значит, больше увечий. Они как зомби ходят. Они просто пытаются, знаешь, стараются это, типа, не отсвечивать. Возможно, он нас не заметит и не будет это кидать на скамейку. Больше увечий, больше веселья, даже. Ну, никогда это в нашу сторону, конечно. Это девиз нашего Будаси. Нет, это уже совсем какой-то жесткач. Я знаешь, какие сегодня в пацанах там? Это, как он, ты же смотрел пацанов, да? Смотрел пацанов, это? Нацистка там, которая, пусть еще с садомазохистскими регенерациями, типа, она что, у нее же регенерация тоже, поэтому... Я, кстати, мне тоже было интересно, знаешь, серия, вот, прикинь, у человека как у Росомахи регенерация, он, наверное, очень многие вещи решил попробовать. Ну, как у Джека, да, Джек Харкнесс, который... Да, милый, стрели мне ногу, о, боже мой, какой кайф. Так, не, ладно, пошли назад. И прижги ее из лазергана. Так. Гермиона, по-моему, плюнула на нас. Ах, пиздец. Нажми shift. Не давай, буду давай, за тобой. Давай. Втопи закись азот. Сейчас давай, нам сейчас. Видишь, какой-то. О! Сейчас мы сейчас споткнемся, я специально сейчас споткнусь. Нет, конечно. Не получилось. Оу, да я влезла с этой девушкой. Гарри снова толпа девчонок. Оп! Что-то он не хочет падать. Кто скучный? Гарри, ты скучный. Надо кинуть на пути скамейку. Там споткнемся на нее.
его. Да нет, стоит, он ждет. We really should go and see McGonagall. Да сейчас, нет, сейчас. Значит, Поттер, Грейнджер, почему? Скажите мне, почему вы опоздали? Почему вы не потеряли масный подвес? Ну, Сири, почему вы опоздали? Профессор. Я пыталась его остановить. Знаешь, вы не поверите, что делал Поттер. Гермиона, беги, я догоню тебя. Значит, мы играли в английскую народную игру какая? Догони меня, скамейка называется. С первого раза, заметьте. Ну, не считай того, что первый раз вообще не попало по ней. Но это, поскольку даже не началась цепочка, можно сказать, что... О, какая-то взрывчатка. Зачем взрывные костры? She's father and sister, что ты сказала? Нет, она... She's rather and sister. Она так очень настаивала. Ты видел это? Нет, смотри. Можешь сейчас мышку? Смотри на этого Макмона. Потому что, знаешь, она реально, смотри, сейчас. Она стояла просто вот так, да? Ты кидаешь котел, и она такая, смотри. Проводила такого взгляда, типа, да. Это наш спаситель человечества, данный свой мальчик, который выжил из ума. Нет. О, вот куда надо кинуть котел. Видела? Да. Надо как-то сделать так. Надо издалека чуть подальше его заселить. Если бы в другой игре это было так просто, серьезно. Взял котел, подошел, куда тебе надо, но нет. В этой игре это так не работает. Лучше скамейку прыгнуть. Из того коридора. Да, уже не надо. Так, что тут еще у нас есть? Ну, флажок справа. Ну, это такие. О! Меня сейчас как севранина научат. Как севранец там приемом. Сейчас уже 37 минут, поэтому давай до следующего раз севрана ставим. Ну ладно. Ну такая она здесь за это. За этим. Why is it always you? When something happens? Believe me, professor. I've been asking myself that for years. I heard you've joined the dueling club. I think you should follow his example, and the Weasleys too. You can't be too prepared. Don't limit yourself. Be prepared! Here's the person we were waiting for. Hi, Harry! Alanis here is captain of the Alanis. Alanis. You come along with me, Miss Granger. I think you, Miss Granger, I'm going to do something interesting. Ну, как сказать, Гермиона просто все уже знает, она, в отличие от Гарри, не забывает то, что в прошлом году было. А, левикорпус надо было, да? Не уворачивайся! Охуенно, во время тренировки она увернулась. Вот это вот. Спасибо, что вы меня... Ravenclaw's junior champion against Harry Potter. Harry Potter? О, боже мой, только не это говно. Ну, а давай сейчас дуэлька заканчивать. Ну, сделай что-то там, 3-4 будет. Если не надо. Вот, я там повешу, не буду слышать. Не уворачивайся, ну, чувак. Неинтересно, когда ты уворачиваешься. Фактически имба, ты ее подвешиваешь и расстреливаешь, да? Ничего делать не надо. Это игра, в которых мы издеваемся над людьми. Знаете, либо с скамейками, либо на дуэли. Вот реально, смотри, что нам говорят, грубо говоря, по, как это называется, по лору, скажем так. Есть просто страшный просто дракомалфи, но в данном случае части нет. Меньше, потому что он не взял. Но есть крэп и горе, которые и есть милый, спокойный мальчик Гарри Поттер, который просто спаситель там всех, он хороший, добрый. Но в этой игре это и Гарри Поттер в страхе всю школу, по-моему, держит. Потому что скамейки. Да, знаете, на пятом курсе с Гарри что-то случилось. Он пошел, он же не по той дорожке куда-то пошел.
Гарри подружился со скамейками. Да. Я узнал, что заклинание можно поднимать воздух скамейки. И тут понеслась. Знаешь, и голосом этот скриминальной России весь Хогвартс содрогнулся в ужас. Дальнейшие события по жестокости превзошли все, что эти люди когда-либо видели в своей жизни. Многие даже сказали, а можно нам просто останется Волдеморт? Знаете, блин, не так уж плохо. По крайней мере, нас никто не кидает скамейками. Я бы понял, если бы ты хотя бы... Это веселее, чем пятая часть. Ну да, знаешь, серия? А к тому, что... Ну, я бы понял, если бы была деревянная скамейка. Но она же, сука, каменная. Это очень больно. Она в помфри меня потом лечит, но я только выхожу из болезненного крыла, и пизды меня опять бьют по голове скамейкой. Я ничего не запоминаю на уроках из-за этого. Вот про это какую-нибудь машину или этот, не знаю, как ее называют. Фанатскую короткометражку «Психопат Гарри». Ну, школьный хуйня с скамейками. Батька всего лишь тело в него, его не дано. Round 2, fight! В Икее успел купить. Это одна девчонка. Мальчик. Не вижу, что просто это кто. У меня просто не пробужилась прическа, это девочка. Такая прическа. У нее хвостик. А? По-моему, у нее хвостик. А, вот. Давай! Быстро! Мы поняли. And now to take on the Ravenclaw senior champion, Harry Potter. Senior champion. Вот, смотри, какие юбки, приклеенные остаются, хотя он должен быть. Мы сидим под тем, что они все ходят в черных колготках, какие-нибудь до пояса. Чуть такой жмин, поэтому чтобы пришел к нему, что-то время анимацию жидкий еще. А это и больше не будет, да? Ну, Я просто забыл, потому что я существовал. Чувака, который там хотел, все эти было погнали. Не так же заниматься, смотри, что было. Юга, это молодец! Ты победил девчонку, ей это круто. Все, мы погибли, курсом на 2 его младше. Это же Гарри, никто не даже то, что с первого курса запомнил. И даже Гермиона уже охуевает в горе. Первокурсники такое могут. А теперь мы с ней самой сражаемся. Потому что это время нас просто объявляло. Паут, самое главное. Кстати, тоже подозрительно, Гарри Поттер. Он делает первым делом, А потом не башит скамейки, да! Если я помню, не пойти как идиот, конечно, пожалуйста. Пространство происходит. Слушайте, знаете, если в Хогвартс Легаси нельзя будет взять скамейки, скажите я в кого-нибудь. Просто нахуй идет эта игра, серьезно. Это смысла абсолютно мне нет. И знаешь, и такие реально, знаешь, челленджи народ будет проходить, типа, убил босса скамейкой просто, пошел к какому-то боссу со скамейкой откуда-нибудь со двора, запрет интереса паука, Арагога, знаешь, что это, Арагога, там, паука, забил скамейкой.
Нашел легендарную скамейку на плюс 10 урона и плюс 50 здоровья. Легендарная скамейка с уважаю, с Слизерина. Да, да, та самая, которая была вот еще вот там на игре, она была. У нас, может, как раз первая серия, какая-то предыдущая игра называлась «Проклятая скамейка, скамейка Слизерина». Да, первая была. Ой, скамейки рубят, все. Добавьте в любую игру возможность кидаться людей скамейками, это будет шедевр. Представьте, сколько лучше стал бы капитан Коган, если бы капитан Коган брал скамейки и вот так. Там даже буквально анимация, сделайте уровень, где капитан Коган может кидаться в близкие ауты. Может кидаться бочками. Это не так интересно. Ну, собственно... Вот. Да. Сейчас я вот еще этот возьму. Да, возьми. Еще, и вот тот еще. Вот этот вот тоже вот, можно. Угу. Даже палочку уже не машет, вообще. Вообще, знаешь? Чего он там щит? Щит. Сейчас еще посмотрю, там есть ли, может быть, какая-нибудь еще фигня в коридоре. Нет, нету. Ну да, ну, давайте да. На сегодня будем на сегодня заканчивать. Не знаю, когда мы дозапишем все это. Ну слушай, сейчас можно мы даже как-нибудь в следующий раз вот до конца все это пройдем, да? Да. Там еще много. Сколько скамеек. Скамейки, там скамейки здесь. Сейчас, по-моему, где-то. Вот эти штуки. Сейчас еще я немножко побегаю. Угу. А, давайте пока скажу, что на всякий случай, что ссылки в описании, где вы можете пройти, подписаться, вступить в Телеграм, на мой Телеграм-канал, подписаться на все каналы, в том числе на Маргаритин, ну, если вдруг, когда-то что-то выйдет. Ну, что ж ты, Гарри, о, ничего себе, можно успеть, вот, поэтому, возможно, там что-то другое, кроме Гарри Поттера, естественно, точнее, невозможно, когда что-то выйдет. Короче, подпишитесь везде, вступите и так далее. Вот. Вступите, подпишитесь, денег дайте, да. Вообще будьте зайками. Вот, все или, лучше. А вы скорее любите нас, а вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Гарри, по 200. Можно не надо, пожалуйста. Ну, пожалуйста, одну последнюю. Ну, не все их опять, ладно? Ну, что я бабочку... Блин. Я даже сбоку еще. Очень весело! Просто. Я сижу, это был воскрик радости. Видите, сколько радости на моем лице? Нравится, это здорово. Toasted Dragonfly Thorax. Кажется, у них не хватает одного. Сейчас будет пиздец заезженная душовка, это минимум. Им не хватает одного важного ингредиента алхимической штуки, знаешь, какого? Что-то неприличное? Нет, я неприличные шутки против дикого понимаешь. Самый приличный человек вообще в этой комнате. Нет, в этой комнате? Нет. Нет. Ладно, короче, не хватает толченых скамеек. Все, я нашел идеальную вещь, что скамейка сделает все лучше. Теперь отныне, смотрите. Добавьте немножко скамеек. Да, ну, жизнь станет лучше. Просто понимаете, в чем прикол? Вы тут увидите гораздо позже уже, то есть это не сейчас начнет выходить игра. Но у меня уже прямо сейчас, я сразу записываю когда следующую игру, которая у меня будет выходить на канале сразу. Если в этой игре не будет скамеек, и с ними нельзя было бы играть. Кстати, знаешь, как классная игра? Half-Life 2. Да, я думаю, что ты игра вообще ever. Знаешь, кстати, что там можно сделать? Брать игровую пушку скамейки и убивать ими врагов. Между прочим, не зря Half-Life считается одной из лучших игр. Кто-нибудь подумал об этом, а? Так что... Я вообще скорее это наоборот, потому что там она вышла раньше, чем эта игра. Так что скорее это Гарри Поттер подражает, скажем так, великим советским культом. Я еще хочу зелье, но... Ну давай, ладно, зелься. Ну как я могу отказать вот эти? Зелься, ладно, так и быть. Короче, здесь больше ничего, кроме зелья, не будет, поэтому кому не интересно, можете выключить. А кому интересно, можете остаться. Может, мы еще чем-то веселенькое скажем. Да.
bazaar. Скамейка. Скамейка, скамейка. Не знаю, что тебе сегодня приснится. Да, это будет лучше всего. Скамейка, скамейка, скамья. Сидел на тебе я. Будет с тобой хорошо. А потом я встал и... Минцбрикс. Это романтично, отлично. Шиза, как говорится. Не перемешивайся, говно ты пурпурное или какого цвета, я не знаю. Хорош? Она взорвется, если тебе будет. Как не взорвется? Это не взорвется. Шука! Ну, шука, вылечи. Какие грехи. Мислочка, да. Да просто видела мою плиту. Мою не покажет. Это как реклама была, может, ты помнишь, там какой-то мебель реклама была, что пиньес часто была где-то в конце 90-х, в конце 90-х. Это мебель на фабрик, это жидкий ствол, не покажет. Там здесь она же по телеку шла, вот. Самый пиздец был, что это просто шло по телеку все. Это из-за этой желтой фигни. Да. Нет, это серьезно, это из-за этой желтой фигни. Always useful to have around, particularly if you know you'll be mixing some poisonous ingredients. Надо мне с муравьями. Слушай, я помню, что, по-моему, эта часть еще на Nintendo Wii выходила или отдельно, как мы с самыми стиками всякое дело. То ли эта часть, то ли отдельное какое-то ответвление про зелье варенье там было на Nintendo Wii. По-моему, да. То есть там они взяли тупо эту механику и сделали. И там говорят, еще куча, что надо. Взял контроллер, он так вот несешь, отпускаешь, потом тебе надо трясти, там огонь, ну, то есть все, что делаешь, такое, отдельным контроллером. И поэтому я в свое время, когда увидел лицензию, по-моему, на эту игру Wii, я думал, что пятый Гарри Поттер, он типа совсем урезанный, в нем есть только зелеварение. Так я же все правильно сделала. Все правильно сделали, какого хрена? Просто не переливаешь. Нет. Сейчас не сделаю. Вроде было уже три. Ты добавила три, еще потом три? Я просто не промахивалась. Нет, ты поколка с три раза подожила, промахивалась. Галечка, время, Галечка, Галечек, Галечка. Ты минута на всю эту теплицу.
Там профессор Спраут приходит, все рассеянники, знаешь. Это Гарри Зелит, он который. Скажет, Гарри, блин, какого хера? Почему ты здесь готовишь зелье? Объясни, Гарри, что с тобой не так? Ладно, всего два зелья осталось. Как он нам нужен сейчас? А что это такое? Ну, дрот — это раствор. Пис — это мир. Мирорастворяющий бальзам, раствор какой-нибудь. Умиротворение. Всем. Настойка. Всем. Syrup of hellebore. Yes. Go, go, get. Watch out! Там должно пузыриться. Ну, типа, надо, чтобы пузыриться, после этого чуть-чуть надо потрясти. Нет, после этого надо еще немножко... То есть, видишь, как на какую-то долю секунды, типа, на один бульк ее надо больше. Знаешь, это сделать не очень хорошо, не очень практикуемо, так сказать. Не очень понимаешь, как он момент поднимет. Видишь, вроде сработало, но при этом почему-то одновременно и дым разгоняет и это. Чего? Первый театр. Еще бесконечное количество еще манипуляций надо выполнить. Главное, что без этой зеленой бутылочки. Ну, пока я не вижу, там, да пиздец, она закончится, континент, там все новые и новые появляются, эти магазины. Ну, хотя некоторые много дают, по 20 секунд. Белые. Не. Wait. Long is chill. Time. Не знаю, зачем ты читаешь. Причем именно на английском. Ну, игра там на английском, вот я читаю на английском. Господи, все же логично, что я вообще. Все, Oculus. Нет. Ну, я же его сболтала. Ну, возможно, мне надо его перемещать. Блин. Ты как чернила, ты. Я художник, я так вижу. Чего? Ну, я все время же не могу сделать вот это. Что это означает? Ага, еще одно, там еще одно после этого появится. Не, ну потом, это не сейчас, оно закрыто сейчас. Да, кстати, камеру, видимо, надо будет вешать, получается, в левый угол, чтобы было видно вот эти все, типа, что там от нас требуется. Ну, есть смысл. Ну, боже, дальше будет то, что ты веришь. Так, типа, чуть больше пузырьков, если, знаете, типа, ух, это объяснит, а там, типа, только при первых появились и поэтому, по-моему, надо. По-моему, дальше все не должно быть. А! Этой херни не должно быть, да? И давай, гор! Thank you.
Ой, конечно, ее защемило. Все. А, любовное зелье ему потом будем готовить. Ну, ладно. Ладно, все. В общем, на этом все. Всем всего доброго и хорошей игры. И всем пока. И не варите и оборотное зелье в присутствии Салакхарена. Да вообще не надо присутствовать, вообще учителей нет. Ребят, короче, смотрите, учителями не надо такие вещи поворачивать. А так, всем пока.